Окей, мы продолжаем играть в RimWorld, продолжаем пытаться как-то восстановить нашу колонию после безумия, которое было в прошлых частях у нас. Мы уже поняли, в чем проблема. Давайте мы сразу сделаем дверь строения. Наверное, даже я поставлю металлическую... А, кстати, каменных блоков у нас было много, да? Давайте поставим здесь отдельную дверь. Даже, наверное, между камерами вот здесь вот еще двери дополнительные поставлю, на всякий случай, чтобы... Если этот какой-то заключенный выберется, да, то ему было бы немного сложнее. Было немного сложнее тут как-то пройти и проломать нам все двери, чтобы опять не было такой проблемы, как в прошлой части, когда у нас перестал работать склад, стал комнатой для заключенных. Давайте мы создадим сейчас здесь снова склад. Снова создадим склад зоны. Нет, не свалка, подождите, не свалка. Нам здесь нужен склад. Вот такой вот замечательный склад, который мы скрываем и назначаем его складом для еды. Для еды, ресурсы, продовольствия, да. Только для продовольствия. Рационы и продукты здесь будут. Все хорошо. Хорошо. Дальше, кто у нас без дела? Андрей без дела, давайте мы посмотрим. Теперь надо заново все перенастраивать роли. Стрельба. Блин, Андрей, у нее стрельба 6, но у нее катаракта на оба глаза. Она, наверное, ничего не видит. Давайте мы Андрей сделаем фермером. Андрей будет заниматься у нас, кстати, у Питера фермерство. Ух ты, не слабое такое, да? Блин, Андрей не будет фермером. А кем будет тогда Андрей у нас? Кулинария, медицина, искусство, ремесло. Крафтером будет, опять же, у нас Андре. Ну, крафтер, ну, я даже не знаю. Как-то все не очень. А, медикаменты на складе. Да, сейчас добавлю медикаменты еще. Хорошо. Хорошо. Сейчас медикаменты на склад. Я успел прочитать до того, как тебя Найтбот забанил, замутил за капс. Так, Питер... Андрей, навыков 4. Ну, Андрей у нас даже лучший медик, чем Питер, поэтому Андрей у нас будет медиком, надсмотрщиком. Ремесло я ему выключу тогда. Ремонт включаем. Включаем. Жозефиня тоже на первое. Строитель... Нет, Жозефина у нас будет... давайте сейчас посмотрим, кем у нас будет Жозефина. Жозефина фермером. Фермер-строитель опять же, да? Стрельба... В принципе, неплохо. Горное дело я пока ставить никому не буду. Второй сезон по Кенши будет, когда игра обновится. А игра обновляется раз в полгода, поэтому через пару лет, я думаю, второй сезон по Кенши будет. Всего недолго осталось подождать. Пару лет, может быть, пару пар лет, и тогда будет второй сезон по Кенши. Так, строительство. Садоводство надо поставить, наверное. Я даже не знаю, кому. Всем. Всем ставить садоводство. Всем, кто может. Охота пока нам никому совершенно не нужна. Давайте мы, может быть, даже поставим... Нет, 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 нет. Кулинарию, кстати. Сейчас посмотрим. Три. Кулинарии ни у кого нормальной нету. Это беда. Всем пока поставлю. Буду надеяться, что мы захватим какого-нибудь кулинара. Антон, ты что, всех на орги напустил? Ну, почти. 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 Ну, короче, такое пока будет. Давайте будем разбираться. Главное, чтобы... Да, фермерство у нас только у двоих. Ну, ладно. Все, сейчас мы починим. Да, и нужно потихонечку сейчас будет... Давайте вот эти... А, не успели мы тут сжечь некоторых. Сейчас надо сжечь вот эти вот тела. Кстати, нет, этот еще скелет мы сожжем. Антон всех сжег, да. Кто там, что там? А, лучше браво-торговец бы прилетел. Ну что, зачем мне этот хлам непонятный? Так.
Спектра никаких казней не будет. Совершенно никаких казней не будет. Если бы у нас было бы тут три десятка колонистов, да, тогда можно было бы кого-то казнить. А так, когда у нас тут три, можно сказать, калеки, которые еле доживают свое, то нет, казнить еще кого-то это глупо. Даже в целях эксперимента. Так. Нет свободного места на складе? Оу. Склад? Алло? А, ну да, у нас склад такой-то небольшой вроде. Хм, странно. Да сожгите меня кто-нибудь. Сейчас, Даша, сейчас. Кто у нас покушает? Вот, Питер, допустим, да? Питер, давай ты пойдешь, раз Даша так хочет, чтобы ее сожгли, ей прям вообще не имется. А, так, труп запрещено, хорошо. Это... Разрешим переносить Дашин труп, посиневший, невозможно. А, да, места все равно нету, да? Ладно, давайте мы увеличим этот склад. А, склад... Как-то вот так вот мы его сделаем. А, все, он сразу автоматом, да? Трупы, трупы, хорошо. А, и теперь места хватит. Нет? Нет свободного места, настроенного для хранения этого. У-у-у, Даша, мы, похоже, тебя уже не сожжем. И Аню мы не сожжем. А что не так? Что? Может, тут как-то надо включить... А, гнилье нужно раз... Да, гнилье. Гнилье же, правильно? Нет? Андрей не носильщик просто. Так. Андре сейчас покушает и потом пойдет... Заберет Андрей не носильщик. Да что вы шутите, что ли? А, ну да, перенос-то всех выключен. Правильно, уборку всем включим. Исследование нам не надо. Искусство нам не надо. Все, хорошо. Все, немедленно перенести. Питер. Давай, сейчас Питер дверь-то делает. И пойдет за Дашей. Так. Перенести. И Дашин нож рядом с ней так гордо валяется. Эх. Сурово, конечно, сурово. Глаз у Ани. Мы из мертвых не можем ничего как бы вынуть уже, поэтому... Увы. Потратили 1000 там, да, или сколько на Аню и на ее глаз точнее. И теперь все. Сельскохозяйственный торговец, ну спасибо. Очень мне сейчас нужен сельскохозяйственный торговец. Очень просто нужен. Так. Стоп, что мы Дашу сразу сожгли, что ли? А, не, вон Даша лежит. Надо сейчас броню у Даши снять. И одеть ее нашим ребятам. Надо всех вооружить, кого можно. 1600 на глаз, вообще кошмар. Так, Андре шапку сделала, отлично. Андре просто молодец. Раздеть Дашу срочно. Надо сейчас Андре тут немного приодеть будет, да? В Дашиной вещи. Одеть бронежилет. А, у нее был бронежилет. Хорошо. Одень штаны из синт-ткани. Одень рубашку из этой же синт-ткани. И плащ, и шлем тоже. Вот, все, хорошо. Хорошо. Так, еще надо вот это вот тело перенести. Андре, погоди, давай, давай немедленно перенести вот это вот тело, чтобы меньше, как можно было меньше трупов тут у нас. Перенеси блок заключенных, а то прям возле выхода. По-моему, норм и так. По-моему, норм.
Дашу раздели. Не просто раздели, а раздели и сожгли. Ну, еще не сожгли, но сейчас сожжем. Так, давайте посмотрим. Ты у нас не стреляешь, да? Надо вооружать ребят. Жозефина у нас в полной боевой, как говорится. Да, фактически. Питер, в принципе... у нас больше никто и не стреляет, отлично. Все нормально. Больше никто и не стреляет, только эти ребята. Так. Давайте мы пойдем снайперку возьмем для... для Питера, потому что... Да, у него стрельба очень хороша на самом деле, а он с каким-то дробовиком... ну правильно, он у нас охотился, поэтому он и... Да, я понял. Кстати, вот эти вот трупы тоже надо перенести. И вот этот вот труп, чтобы... труп, тут же скелет лежит даже, не просто труп. Чтобы они не пугали наших... наших колонистов. Так. Так, так, так. Кто? Жозефина, ты пойдешь сейчас... Жозефина что-то готовить пытается, но еды у нас вроде бы хватает. Так. Что здесь произошло, расскажите кто-нибудь, давно не был на стриме. Зайди посмотри последнюю серию, которая вот сегодня вышла на ютубе, по-моему, или вчера, когда она вышла. Вчера, по-моему, вышла на ютубе. И ты все поймешь. Мы разгребаем последствия вчерашней серии, да. Так, я хотел перенести вот этих вот двоих ребят. Этого, я думаю, можем сжечь, а этих надо раздеть, потому что у них плащи такие довольно-таки хорошие. Нет, 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 нет. Он ничего не хочет носить. Свет включи, а то ему труднее завербовать. Так, там опять куда-то перевели, да. На самом деле разницы как бы особо и не будет в шансе вербовки. Никакой совершенно. Потому что сейчас есть отдельный параметр. Это шанс вербовки, собственно. На который не влияет радость. Радость, когда доходит до 100%, все равно влияет только как раз вот этот вот параметр шанс вербовки. И все. Все остальное это уже свет, там ковры. Мне там ребята писали, сделай декорации. Рано или поздно любой заключенный будет иметь 100%-ную как бы эту. Так, а теперь... А, вот так вот надо сделать, да? Оу, это ремесленники делают? Ремесленники? Вау! Ремесленники у нас, получается, занимаются сжиганием тел. Фантастика. Это очень большое ремесло, наверное. Бедная колония, мне так жалко ее. И не говори, Андрей, не говори. Но мы сейчас разовьемся, разберемся, наверное. Так, где у нас... Питеру я тогда и не дал это нормальное оружие. Надо сейчас пойти поискать, где у нас лежит снайперка хорошая какая-нибудь. Это, по-моему, лазерная винтовочка. Снайперка у нас где-то тут... А ну да, там где-то у Даши. У наших мертвых ребят снайперки были. Жалко, я не помню, где они все померли. Это дробовик. На складе у нас только Ленфилды, походу. Снайперку я забирал последнюю. Блин, а в натуре, где все снайперки? Вот. Есть. Я нашел ее. Кстати, надо было, да, для начала бросить... Где-то у нас. Бросим на складе где-нибудь. Ну или рядом хотя бы со складом. Дробовик. О, все. А дальше пусть идет за снайперкой. Фух, у тебя от верхнего гейзера провода разорваны. Да, я знаю, но нам пока вроде бы хватает. Не от этого верхнего, а от вот этого, я знаю. Тут у нас была бойня. Кстати, можно попробовать, да, у нас сейчас... давайте поставим. И турели сразу защитные поставим, опять же, в тех же местах. Неплохо они, в принципе, простояли относительно... и ну, если бы я их еще раньше включил, было бы вообще просто замечательно. Так.
Окей. И может быть даже тут еще поставим так. Турелечку где-нибудь. Вот тут вот одну, на всякий случай. Потому что... А, кстати, тут тоже турель, по-моему, снесли, да? Где-то у нас еще была турелечка, турелечка. Я даже не знаю. Надо ставить как можно больше, потому что сейчас опять пойдут атаки. Атаки за атакой. Можно, кстати, выключить пока что эти. Ну, как минимум, да. Начали разбираться. Не собираешься ли ты стримить другие игры, например, Dwarf Fortress? Пока что нет. Пока что на стримах будет Borderlands, RimWorld. Что там у нас? Что мы еще стримим? А, Clash of Clans. Clash of Clans у нас для стримов. Макса завербовать у нас 13%. Экономический кризис, все такое, да. Что у колонистов со здоровьем? Со здоровьем вроде бы... А, кстати, Питер у нас болел... А, уже ничем. Или то был не Питер, я уже не помню. Кто-то, у кого-то был грипп, по-моему, у Питера был грипп. Но сейчас уже вроде все норм. Все уже немножко пришли в чувство. Ух ты. Андре кто-то... Бабушке Андре в глаз в левый, на котором катаракт. Кто-то кулачиной врезал. Андре, кто? Зрения вообще нет, она слепая. Полностью зрение ноль. А, у нас слепая бабушка Андре готовит нам еду. Обалдеть. Ты дашь нам борду завтра? В смысле, стрима завтра не будет. Я уже сказал, что стрима завтра не будет. Так, у нас никто фермерством не занимается. Почему? Потому что все занимаются кулинарией. Понятно. Тогда надо выбрать кого-то одного, кто будет заниматься кулинарией. Допустим, это будет бабушка Андре слепая. Нет. Она пусть ремесло... Хотя нет, зачем? Зачем нам ремесло, да? Зачем нам ремесло? Давайте мы выключим пока что кулинарию. Она здесь нам не нужна на данный момент. Так, охота тоже, строительство. Ну, давайте мы сейчас построим хотя бы хоть что-нибудь. Блин, и Влада нету. Кто копать будет, когда Влада нету? Я даже не знаю. Целых 4 человека, да. Целых четверо нас. Ну вот потенциальный пятый под вербовкой находится сейчас. Может быть, может быть. Мы его завербуем с шансом 13%. Может быть такое, конечно. Давайте мы, кстати, мяско включим, потому что мясо портится. Давайте включим. Только так не надо. Хуман мясо нам не надо здесь. И пирожки из человеченки мы готовить не станем. Это не самый лучший вариант. Кстати, вот это вот надо рационы эти зафарбидить по-любому. Они бесконечные практически. С ними ничего не случится, поэтому мы их есть не будем. Будем есть наших, которые долго не лежат, которые портятся. Блин, снова все посевы. Снова все посевы. Давайте мы тогда выключим, наверное... Блин, Питер лучше строит, чем Жозефина. Но и лучше и фермерством занимается. Давайте мы вот так вот сделаем, наверное. Чтобы Жозефина у нас пока что фермерством занималась поинтенсивнее. Слопок, ты капец просто какой-то. Да, и надо бы сейчас, наверное, отправить кого-нибудь, допустим, Питера, когда он поспит. Отправить за вот такими еще рациончиками. Кто там? Андрей успешно завербовал, отлично. Макс, давай посмотрим, кто ты у нас. Что ты умеешь? О, потенциальный повар. Блин, и горное дело у него, и медицина у него хорошая, блин. Ладно, будешь поваром-медиком у нас, наверное. Копать даже не знаю. Ну, копать пока нам смысла нету копать, разве что если металл закончится.
что вполне возможно. Так. Хорошо, ребята, давайте, кто первый напишет, я хочу быть поваром, тот и станет Максом. Я хочу быть поваром. Андрей завербовал, да, Андрюха, молодец. Я хочу быть поваром. Отлично, Ник. Ник, давай. Ты будешь... Наверное, ты у нас просто будешь Ником, да? Ты не против? Ник. Ой, это не Ник. Да, что ты такой? Бник какой-то. Ник. Да ну елки-палки. Ник. Ник. Бесм. Бесм. Ну, ты будешь просто у нас Ником. Окей. Просто будешь Ником. Так, хорошо, Ник. Ты у нас, значит... Пум-пум-пум-пум-пум. Тут мы все исследовали. Пока вы не построите исследовательский стол. Да, это неинтересно. Так. Ник, ты у нас медик. Медицину мы Андрею отключаем. Ты у нас... Кто ты у нас? Поваром. А почему у тебя не светится? Кулинария, я что-то не понял. А, потому что троечка всего лишь. Желания много, да? Но сам навык еще не развит. Давайте мы будем тогда тебе качать навык. Он у тебя быстрее прокачается, чем у всех других. А, вот, хорошо. И уборку тебе тоже поставим на всякий случай. Отлично. Тут секунд за 30 до того, как ты сказал фразу, начали писать. Но они начали писать не то, что надо. Они, люди, видимо, не понимают, что я каждый раз стараюсь говорить что-то разное, чтобы они писали. Так, дальше. Питер. Питер спит. Питер у нас сейчас пойдет в поход за этими. У него неправильно слово поваром. Разве? Да, бывает. Бывает. Видимо, бывает. Ладно, раз у него неправильно. Раз у него не... Ник, значит, ты не будешь. Нам надо, чтобы правильно написали. Так, где-то у нас Ник. Так. Саймон. Саймон у нас уже был. Саймона мы не берем. Дримлайнер. Дримлайнер у нас третий, кто написал правильно. Ну, точнее, второй без Ника, да? Окей. Поваром у нас будет Дримлайнер. Давай мы тебя назовем просто Дримом тогда. Раз на то пошло, Дримлайнер, да? Ты будешь у нас Дримом. Окей. Я не обратил внимания, что он неправильно написал сразу. Так. Как там, что там, где там мысли персона? Дрим. Я, короче, на русском напишу. Тебя, короче, кто-то подло предал. Да. Так, стоп, ты пошел строить? Нет, подожди. Это тебе не надо. Строительство отключаем. Фермерство тебе отключаем на всякий случай. Ремонт, ну пусть будет. На четверочке, наверное. Так. Горное дело. Ну вот горное дело бы тебе, конечно, включить, но, наверное, пока не стану. Окей. Куда ты идешь? Куда ты идешь? А, только не говори, что ты хавать туда идешь. Что происходит опять? У нас снова где-то двери поломались, нет? Вроде бы нет. Андре? Что ты там делала, Андре? Почему ты не взяла пачку рационов? Так, Дрим. Я не знаю, куда ты идешь, но ты тоже хочешь забрать эту пачку рационов. Антон, почему народу так мало? Потому что все умерли. Все героически погибли. Так, Андрей, ты взяла только один рацион? Я не понял, что происходит. Питер, забирай рационы.
этим. Странно. Может, они разное количество рационов могут переносить? О, кстати, у нас тут тоже кто-то мертвый еще лежит. Давайте мы его заберем. Когда-нибудь. Нервный срыв. Питер. Питер кушать туда шел, что ли? Блин, и опять эти рационы сразу взял. Нет, не надо есть эти рационы. У нас есть вот эти хорошие, с картошкой, с ягодами. Все же отличные рационы. Че их вот это... Не съесть бы тогда. Что мелочиться, включая Рэндель, экстремальные испытания? Ну, я бы не сказал бы, что оно прям экстремальное, но... Не, спасибо. Кассандра самое то. Так, вот и до Даши добрались. Андрей пошла сжигать Дашу наконец-то. Эх, Даша. Мы будем помнить тебя, как и всех остальных. Вечно. Да, печально. Так, Андрей, ты пойдешь за новыми рационами. Где-то у нас тут еще есть пачки рационов. Жозефина тоже, наверное, пойдет за вот этими рационами. Она как раз... Блин. Они издеваются? Они снова хавать перестали? Дискриминация рациона. Не, что-то не то. Тут реально опять какая-то беда. Что происходит? Почему они не едят вот эти рационы? Почему они все идут реально куда-то... Вот и Андре тоже идет за... Вот этими рационами. А, нет, Андре мы и так послали. Жозефину мы и так послали. Питер. Странно пока. Сейчас посмотрим, что Андрей будет делать. Андрей, ты... Видел гниющий труп. Минус 14. Колонист не похоронен. Сейчас мы всех похороним. Куда ты идешь, лучше расскажи. Чинить. Хорошо. Дрим, а ты куда ходил? Стоп. Я не понял. Поменяй деревянные стены на каменные, механоиды рейдом придут, спасибо скажешь. Я думаю, если механоиды придут, то каменные стены меня тоже не спасут, поэтому это не так принципиально. От механоидов нас, я даже не знаю, что спасет. Ничего нас не спасет от механоидов, если они придут, так как в прошлый раз, в количестве там нескольких десятков человек. Это все будет, это... Финита ля комедия. Так. Питер. Куда идет Питер? За металлом он, походу, идет, да? Да, за металлом, который мы тут складируем для нашего корабля. Все туда металл складывают. Отлично, молодцы. Так. Вот, Дрим готовит еду нормально. Почему ее никто не хочет есть? Я вот не понимаю. А, наверное, я знаю почему. Потому что у них просто приоритет идет к вот тем вот рационам. Да, по умолчанию берут все правильно. Вот они всегда по умолчанию берут лучший рацион. Стоп. Андре, подожди, рано сжигаешь. Нам нужна его одежда раздеть. А теперь давай. Приступай. Нам нужна его одежда сейчас. Так, хорошо. Поставь еще одну турель около правого верхнего генератора. Правого верхнего. Вот этого, да? Правого верхнего. Еще одну турель. Я вот эти построить не могу. Мне или металла не хватает. Они, по идее, могут проходить через эти штуки. В углу деревянной стены я не хочу ставить турель, потому что если они взорвут там турель, то взорвется и стена, насколько я понимаю. Тем более деревянная. А так-то да, я бы поставил бы с удовольствием бы там турельку. Может быть, просто ее поставить где-нибудь вот здесь, да? Может, не в самом углу, а где-то вот так вот хотя бы. И попробовать тоже окружить хотя бы вот таким вот количеством баррикад. Может быть, так хотя бы как-то будет. Хоть что-то, да? Стоп, Питер, подожди, не проходи мимо. Не проходи мимо. Блин, это наш Макс. Макс. Все, что от тебя осталось. Макса убили механоиды. Здесь. Бедняга.
Бедняга. Так, возможен нервный срыв у Питера. Питер не может пережить того, что он несет останки Макса. Но сейчас он освободится от дурных мыслей, когда мы Макса сожжем. Так, раздеть Макса, все. Так, что там у нас, Андрей? Понятно. Это все. Питер, погоди. Блин, вот это вот он пойдет сейчас за тем рационом аж туда. Ну, елки-палки, надо поотключать их тоже, наверное. Так, ладно, давайте мы включим тогда... Или нет, мы просто выключим вот те все рационы. Психическая волна, блин, пришла к нам. Ну, очень вовремя, очень... То, что надо прям. Так, где у нас еще такие рационы есть? Тут выключены. Кстати, механоиды до сих пор у нас, да, в отключке лежат живые. Мы их захватить, завербовать не можем. Было бы по приколу. Очень весело было бы захватить и завербовать себе парочку механоидов. Тут мы вроде бы уже все сожрали, да? По идее, Питер теперь должен пойти и, да, есть нормальную человеческую еду. Все, отлично. Есть у нас на черный день теперь запас. Все представители каб... Оу-оу-оу-оу-оу, я не дочитал. Так, уходи, уходи, уходи. Турельки, турельки. Давайте. Давайте, избавляйте нас от кабанцов. Ну, кабанцы хоть не такие жесткие, как эти. Как обезьяны. Так, но нам все равно придется включить, наверное, и эти турели. Это жестко. Хорошо. Зато мяса много к нам пришло. И вот эти турельки тоже надо бы включить. Блин, сколько мяса. Круто. Кто там? У Питера нервный срыв. Питер, Питер, пойди поешь, пойди поспи, я не знаю. Очень устал, видел гниющий труп. Колонист не похоронен. Я не знаю, Питер, а можно как-то тебя отправить спать? Да, все, хорошо, Питер пошел спать. Сейчас он отдохнет и, да, фух, восстанавливается потихонечку. Питера мы не потеряем. Кто-то там хотел смерти Дрима, нет? Дрим... Не умрет, я надеюсь. Да, Дрим не умрет. Все нормально. Дрим тут еще сейчас шухеру наведет, возьмет вот УЗИ, тут где-то валялось. Давай, бери УЗИ. И добей этих гадских кабанцов. Давай. Только ближе подойди, наверное, а то ты сейчас проводку нам тут всю попортишь. Так, хорошо, и тут еще была парочка кабанцов. Главное, в турель не попади. А, все нормально. Так. Хорошо. Все, всех перебили кабанов. Блин, то ж сколько мяса к нам пришло. Это просто фантастика. Надо будет сейчас побольше сделать. Все, короче, поварами. Сейчас мы делаем всех поварами. Строительство, так. Кулинария. Все на разделку свиней. Все. Все на разделку свиней быстренько. А, кстати, у нас еще одна свинка тут живая, да? Сейчас мы от нее тоже избавимся. Этих мы тоже сейчас включим всех. Есть контакт. Все. Фух. Что-то полезное в обломках. Ник, он не украл твой ник, ты просто неправильно написал. Все же просто. А теперь выключи турели. Да, 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 да. Определенно. Определенно. Я даже все вот так вот выключу просто. Бжжж. То энергии не напасемся. Так, хорошо. Может быть, наделать сейчас каких-то вкусных, сочных блюд, я даже не знаю. Так. Ну-ка, тут прям кабан пришел к этому, к разделочному столу. Отлично. Ну, вроде норм, пока никто к нам не приходит. Никаких пиратов нет. Новых, слава богу, конечно же. Еды у нас хватает. Уже более-менее. Давайте посмотрим, сколько там рационов осталось, чтобы стоит их забрать.
А, ну тут, смотрите, тут на самом деле много рационов. Давайте мы сейчас вот эту пачку перенесем. Да и, наверное, сразу обе перенесем. Потому что столько рационов терять, ну, никак не хочется. Так, Андре, забей нам на то, что ты там делала. Андре вслепую, у нее зрение вообще ноль. И она сейчас пойдет просто вслепую за этими рационами. Я даже не знаю, как Андре принесет эти рационы нам. Так, Дрим, кто у нас еще тут? Где? Где все ребята? Алло, ребята, где вы? Где вы все вы? Питер готовит. Ладно, Жозефина пойдет за рационами. Все. Так, Ник, если ты будешь еще раз выражать свою такую вот очень негативную позицию к Дриму, то мы тебя научим правильно общаться в чатике. Что-то совсем экономишь, включив свет в ремесленной комнате, да? Ну, ладно. Ладно. Ладно, и здесь можно включить. А здесь нам точно он не надо. Лучше я вот эти вот турели включу, потому что их включать времени уже не будет, если вдруг кто-то нам высадится прямо на голову. И вот эти я лучше включу тоже, на всякий случай, пусть будут. Будет ли четвертый сезон Craft the World? Когда-нибудь будет, я думаю. Когда-нибудь будет. Почему бы нет? Так, ну хорошо, в этой серии мы пережили свинячье безумие. Я думаю, мы можем сейчас еще прерваться ненадолго, сделать небольшую паузу. Да, может, кому там за чайком, и еще на одну серию, я думаю, можем сейчас пойти. Определенно. Так. Я думаю, да. Окей.